Новые возможности для студентов. В Саратовской области на базе учреждений профессионального образования создаются многофункциональные центры прикладных квалификаций. Сегодня действует уже два подобных центра. Один из них открылся в Балаково на базе Поволжского колледжа технологий и менеджмента. Какие возможности это открывает для учащихся, выяснила наша съемочная группа. Перед тем, как что-то начать делать, необходимо проверить станок на работоспособность в плане подключение к заземлению. Со сложнейшим оборудованием шутя управляются студенты Поволжского колледжа технологий и менеджмента. На базе Балаковского образовательного учреждения открыли один из первых многофункциональных центров прикладных квалификаций. Для студентов создали настоящий промышленный рай, обеспечили помещением и современным оборудованием. На данном станке можно растачивать, сверлить, фрезеровать. Универсальное оборудование. Это простые токарные станки. На них тоже мы пишем программы, корректируем инструмент, привязываем инструмент, учимся работать. Здесь на практике изучают последние разработки машиностроения, энергетики и химической промышленности. В этой лаборатории берут пробы продуктов питания и определяют наличие вредных веществ. Не поменялся цвет лакмусовой бумажки, значит, нитраты в норме. Мы ее опускаем в приготовленную пробу на некоторое время, для того, чтобы, если есть нитраты, окрасилась эта индикаторная бумага. И при помощи вот такой шкалы мы смотрим, поменял ли цвет или нет. Здесь цвет почти не поменялся. Студентам практика в центре дает незаменимый опыт, какой на лекциях они вряд ли смогут получить. А значит, у учащихся уже будет преимущество при дальнейшем трудоустройстве. Студенты, которые проходят здесь практику, в процессе обучения смогут сотрудничать с ведущими предприятиями региона. Мы можем проводить различные анализы, мы можем проводить исследовательские работы, сотрудничать с различными исследовательскими лабораториями нашего города, с различными заводскими лабораториями нашего города. Например, по определению влажности в веществах мы приобрели современный, можем показать наше оборудование, современный влагоанализатор. Каждый студент многофункционального центра – это будущий специалист для региональной промышленности. Для того, чтобы почувствовать отдачу уверенной власти, нужно больше таких учреждений. А значит, проект будет продолжен. До 2018 года в регионе планируют открыть 9 многофункциональных центров. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.